Это беспрецедентный в истории человечества вызов. 7% пахотных земель мира кормят 22% его населения. Какой же секрет скрывается за этой огромной цепью питания? 30 миллиардов килограммов прокормят 80 миллионов человек. Если все нормально, можно начинать работу. Мы будем вместе исследовать, каким образом самое многонаселенное государство мира решает проблему пропитания. Нам необходимо собрать пшеницу. Это мегапроект. Он намного сложнее и труднее, чем кажется. Однако, так же, как и на протяжении многих лет, китайцы создают чудо своим трудолюбием и мудростью. Это уезд Юаньян, провинции Юньнань на юго-западе Китая, в глубинном районе горы Айлаушань. В мае, в сезон весенней вспашки и пересадки рассады, житель поселка Синзе Бай Ваньфу начал важнейшую работу в году. Мы в детстве так выращивали. Наши старики в детстве тоже так выращивали. Из поколения в поколение, не разгибая спины, сажали рассаду и обрабатывали землю. Предки Бай Ваньфу переселились сюда примерно 1300 лет назад, чтобы посадить больше зерновых. На некогда дикой горе проделали террасовые поля. На высоте над уровнем моря более 2000 метров максимальное число уровней террасовых полей достигло 3700. Во всем уезде Юаньян площадь террасовых полей превышает 11,3 тысяч гектаров. Чтобы решить вопрос пропитания, они создали мегапроект Древнего Китая. Четыре му, 0,27 гектара заливных полей Бай Ваньфу обеспечивает питанием всю семью. Как и он, местные жители по-прежнему вспахивают землю вручную. На протяжении нескольких тысяч лет китайцы обеспечивали себе пропитание таким способом. Но в настоящее время Китай стоит перед лицом огромного спроса. 1 миллиард 380 миллионов человек. Традиционный способ земледелия вряд ли поможет. В 3000 километрах от террасовых полей Хани на северо-востоке Китая китайцы нашли способ получить больше зерна. С приходом июля Любао встречает самый занятый сезон в году. Будучи начальником госхоза, он управляет 33 003 гектарами заливных рисовых полей. В этот сезон он каждый день должен проводить текущие проверки. Сейчас мы больше всего беспокоимся, что в этот период заливные поля легко подвержены перикуляриозу риса. Если случается такая рисовая эпидемия, шейка стебля поливного риса засыхает. После этого питание не поступает, и весь колос погибает. Для нас такая эпидемия – это смертельный удар. Рисовую эпидемию сложно победить, ее можно лишь предотвратить, а лучший период для этого – в течение 10 дней после того, как рис начал колоситься. Это означает, что профилактику более 33,3 тысяч гектаров нужно завершить за 10 дней. Скорей, скорей! Клади, клади! Как обстановка на поле? Все нормально. Если все нормально, то начинайте.
Сочи летчик высшего разряда сельскохозяйственных самолетов, имеет 20-летний опыт. Сегодня он начнет проводить аэроопрыскивание более 30 тысяч гектаров рисовых полей госхоза. Сельскохозяйственный полет также называется полетом на предельно низкой высоте, то есть очень близко от земли. В процессе опрыскивания пестицидами высота полета составляет 5-7 метров. Так можно эффективно приблизиться к поверхности культуры, что способствует впитыванию. Если летать высоко, то ветер все унесет. Полет на низкой высоте – это самое большое испытание способности летчика. Среда на низкой высоте очень сложная. Стоит чуть расслабиться, ведь от земли всего лишь 5 метров. Скорость работы 240 км в час. В один миг можно столкнуться с наземным препятствием. При каждом взлете и посадке Люго Чи может выполнить защиту полей площадью более 106 гектаров за день. Площадь опрыскивания максимум доходит до 3300 гектаров. Хотя эффективность опрыскивания самолетом очень высокая, госхозу все равно нужно ускоряться, потому что их постоянно поджидает непредсказуемый враг. Переменчивая погода – самый большой враг авиационных работ. Проведение опрыскивания за 2 часа до и после дождя может привести к разжижению химикатов водой и снизить эффект. А ветер более 5 баллов может унести испарившиеся пестициды. Чтобы достичь лучшего эффекта опрыскивания, обеспокоенный Лю Бао вынужден ждать лучшей погоды. Мой отец приехал в Бэйдахуан из провинции Шаньдун в 15 лет. Меня можно считать вторым поколением жителей этих мест. Тогда он приехал вместе с демобилизованными офицерами и солдатами в 63-м году. Район распашки, в котором находится госхоз Нундян, где работает Лю Бао, крупнейшая житница Китая, его привыкли называть Бэйдахуан, большой северной пустошью. Как и отец Лю Бао, с 50-х годов прошлого века более 1 миллиона людей приехали в эти земли с одной целью – поднять целину, получить больше зерна. У тебя тут еще примерно 3300 гектаров земли. Завтра поищи, где еще не опрыснуто, и завтра завершишь. Вчера был небольшой дождь, потеряли немного времени. Сегодня нужно нагнать. Эта траектория полета Люго Чи за весь сезон работ. Для опрыскивания более 30 тысяч гектаров заливных рисовых полей ему нужно выполнить более 300 рейсов. Это означает, что за весь сезон большую часть времени он проводит в воздухе. А это лишь площадь работ одного самолета. За весь период профилактики эпидемии в зоне распашки Бэйдахуан работает более 40 самолетов. Площадь риса, охваченная опрыскиванием, достигает более 1 300 000 гектаров. Это площадь Оар Синган, умноженная на 16. Ежегодный объем сбора зерна в этих местах может обеспечить 100 миллионов человек питанием. Зона распашки Бэйдахуан имеет обширную площадь, но, к сожалению, это не миниатюра всего Китая. Китай имеет обширные земли, но земли, которые можно реально использовать для земледелия, составляют лишь 1/10 суши. В среднем на человека приходится лишь 1,4 му пахотной земли. Перед Китаем стоит задача прокормить 22% населения земли с помощью 7% пахотных земель. Такого еще не было в истории человечества. Кажется, что это неразрешимая задача, но все это изменилось благодаря усилиям одного человека. Ой, давай, давай, давай.
Это лицо знакомо каждому китайцу. Его имя и изобретенная им технология выращивания заливного риса широко известна. Юань Лунпин, другое его имя, мировой отец гибридного риса. Чтобы проверить особенности нового сорта заливного риса, 87-летний Юань Лунпин специально прибыл из Чанша в Циндао. В Китае для более 800 миллионов человек рис является основным продуктом питания. Но в 60-е годы прошлого века общий объем производства с каждого му заливного риса составлял лишь более 100 килограммов. Объем производства стал ключевой проблемой пропитания большего числа людей. В 1960 году Юань Лунпин, будучи учителем сельскохозяйственной школы провинции Хунань, начал исследовать технологию выращивания гибридного риса. Через 15 лет, благодаря его технологии выращивания гибридного риса, средний сбор риса с каждого му повысился до 300 килограммов. Повышение технологии выращивания принесло более высокий объем производства, и китайцы благодаря своим усилиям в большой степени решили проблему пропитания. Сегодня технология выращивания гибридного риса Юань Лунпина продолжает совершать прорывы. Супергибридный заливной рис третьего поколения может повысить сбор риса с каждого му до 1000 килограммов. И это не слепое преследование объемов. К 2030 году Китай достигнет пикового числа населения в 1 миллиард 450 миллионов человек, что означает, что Китай должен приготовить зерновые запасы для новых 100 миллионов человек. В то же время Китай сейчас проводит самую широкомасштабную в мире урбанизацию. Земля стала желанным ресурсом для любой отрасли. Как сделать так, чтобы больше земли производило зерно, стало нынешней целью. Циндао – один из приморских городов восточного Китая. Земля на берегу моря раньше была песчаной отмелью, а сейчас здесь выращивают заливной рис. В отличие от других мест, в орошении риса здесь используется морская вода, прошедшая простое опреснение. Поэтому этот рис образно называют морским заливным рисом. Сейчас нулевое состояние. После того, как его вставят, будут изменения. 6,7 – это содержание соли воды в почвенном слое. Морской заливной рис, по сути, солевыносливый рис, который может спокойно расти в солончаковой почве или песчаной отмели. При таком содержании соли в других местах рис не вырастет, а сегодня китайцы сделали это возможным. Отец гибридного риса ныне является руководителем проекта морского заливного риса. Юань Лунпин в этот раз приехал в Циндао, чтобы в период колошения риса лично проверить свойства риса нового типа. Наша цель к 2020 году по всей стране продвигать ежегодный объем производства 30 миллиардов килограммов риса со 100 миллионов му. Что такое 300 миллиардов килограммов? Можно прокормить 80 миллионов человек. В Китае имеется примерно 1,5 миллиарда му солончаковых почв. Из них для выращивания морского заливного риса подходит более 200 миллионов му. А в мире солончаковые почвы достигают более 14 миллиардов му. Эта технология, изобретенная китайцами, сделает новый прорыв для решения проблемы голода в мире. Заливное поле площадью 40 му выглядит неприметно, но это творение китайцев в области сельскохозяйственного выращивания. На землях, где раньше было невозможно вырастить зерновые культуры, китайцы творят чудо. Супермаркет – место, где собираются различные предметы нашего повседневного быта. Больше всего в супермаркетах люди покупают разные продукты питания. 18 тысяч тонн куриных яиц, более 100 тысяч тонн свинины, более 200 тысяч тонн фруктов. Ежедневное потребление продуктов питания в Китае поражает. По объему продаж различных продуктов в супермаркетах можно увидеть структуру питания китайцев. Однако, чтобы китайцы не ели, на столе никогда не обходится без овощей. В Китае покупки продуктов питания в народе называют покупкой овощей. Зерновые и овощные – важнейшие составляющие трех приемов пищи. Человек в среднем за год съедает овощей в 10 раз больше своего веса. Если умножить эту цифру на 1,3 миллиарда,
то получится астрономическая цифра. Поэтому Китаю нужно больше овощных баз. Уезд Юйчжун провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Крестьянин-овощевод Ню Сюэган из деревни Яншан очень рано вышел из дома. Он собирается посадить последний посев цветной капусты в этом году. Ню Сюэган живет в регионе Наньшань уезда Юйчжун провинции Ганьсу. Это каменная альпийско-арктическая зона, где долгое солнечное освещение, большая суточная разница температур, идеальное место для выращивания овощей лучшего качества. Однако количество осадков менее 400 мм в год ведет к большему дефициту воды. Смотрите, у нас тут нет загрязнения, нет никаких заводов. Климат приятный и прохладный. Только вот дефицит воды. Спрос на еду не уменьшится из-за неблагоприятных географических условий. Чтобы решить проблему дефицита воды, начиная с 50-х годов прошлого века, там построили насосно-ирригационное сооружение, чтобы подвести воды Хуанхэ для ирригации. Чтобы в землях горных районов выросло больше посевов, местные техники нашли новый способ. Это технология двух грядок и трех канав. Смотрите, это одна грядка, это вторая грядка, три канавы, раз, два, три. После дождя через маленькие отверстия под пленку в землю попадает вода. Кроме того, благодаря полному покрытию пленкой испарение воды снижается. И мы благодаря вот этой маленькой пленке решили проблему дефицита воды для овощей. Расстелив пленку, можно посадить ростки. Чтобы повысилась проживаемость, посаженные ростки нужно немного полить водой. Таким образом, при солнечном свете повысится температура, испарение увеличится, и под пленкой будет достаточное количество влаги. С другой стороны, после того, как вечером понизится температура, с помощью пленки можно обеспечить температуру роста культур. Вот эта с виду простая тонкая пленка изменила положение всего Юйчжуна. Не только горные районы на юге, но и лесовые высокогорные районы на севере с крайним дефицитом воды стали местом, где можно выращивать овощи. Ню Сюэган сделал последний посев цветной капусты, а в другом месте пришел сезон сбора урожая пекинской мини-капусты. Ежегодно в июне в высокогорье Ланчжоу поступают в продажу летние овощи. На юге как раз идут ливни и тайфуны, снабжение овощами недостаточное. Изначально более благоприятный для роста культур юг стал главным местом, что нужно снабжать этими овощами. Я один могу продать за день примерно 100 тонн, а целый холодильный склад примерно 600 тонн. Снабжение летними овощами в высокогорье может длиться до ноября. В это время средняя температура воздуха на севере Китая снижается примерно до 5 градусов. При такой температуре уже невозможно выращивать овощи. Чтобы обеспечить снабжение северных городов овощами, нужно привозить с юга, что сильно повышает стоимость овощей. Конечно, есть и другой вариант. Стою ровно в 4 утра. Как только рассветает, начинаю рвать. Если опоздать, то не получится доставить в точку назначения, испортится в пути. Ли Туаньвэй – крестьянин-овощевод из уезда Шоугуан, провинции Шаньдун на востоке Китая. Помидоры – главный овощ, который он выращивает. Сейчас только начало мая. Помидоры в большинстве северных регионов – это лишь рассада. А Ли Туаньвэй начинает срывать, так как использует технологию выращивания в теплице. Конструкция овощной теплицы совсем несложная. Сводчатый навес поддерживается стальными трубами и цементными опорами. По оба конца – глинобитные стены для сохранения тепла. Верх покрыт пленкой и синтепоном. Хотя это лишь простой материал, но в зимний период в такой большой теплице температура может достигать 35 градусов. Благодаря сохранению тепла Ли Туаньвэй за год может собрать 3 урожая.
Конечно, и овощную теплицу можно сделать высококачественно и внушительно. В Шоугуане интеллектуальные теплицы нового типа распрощались с беспорядком традиционной теплицы. Теплице площадью 12 му нужен лишь один техник для осуществления повседневного управления. А передовые технологии беспочвенных культур позволяют сельскохозяйственным культурам расти независимо от почвы. Однако в этой интеллектуальной теплице, построенной благодаря современным технологиям, у растений завязываются плоды только благодаря силе природы. Это наши шмели. Одна пчела за день может опылить около 2000 цветов. Для целой теплицы достаточно 4 ящиков пчел. При опылении шмелями помидорам не нужны гормоны. Форма плода очень хорошая, экономится рабочая сила. Для сельскохозяйственного выращивания, возможно, лучшим вариантом является объединение науки и техники с природой. Сегодня в районе Шоугуан площадь овощных теплиц превышает 600 тысяч му. Годовой объем производства превышает 4,5 миллиарда килограммов. Этого достаточно, чтобы гарантировать поставки овощей на север в зимний период. Дети, пойдемте. Молоко – один из древнейших природных напитков, его называют белой кровью. В молоке содержится много кальция и витаминов, все виды аминокислот, необходимых для роста организма. По данным Государственного статистического управления, за 20 лет потребление молока в Китае выросло в 7 раз. Китай стал рынком с самым быстрым ростом потребления молока. В уезде Ухэ города Бэнбу провинции Аньхой на юго-востоке Китая вот-вот начнется сбор первого урожая люцерны на полях площадью 100 тысяч му. Люцерна очень питательна, ее называют королевой кормовых трав. Ранее она была специальным кормом для ахалтекинской лошади, а в настоящее время эта свежая люцерна стала деликатесом для другого животного. 5 километрах от сенокосного участка находится большое современное пастбище. Здесь более 40 тысяч голов молочных коров. Это крупнейшая база выращивания молочных коров в Китае. После доставки, сжатия и брожения люцерна превращается в питательный продукт для коров. Так не только обеспечивается необходимый белок, но и повышается объем производства молока. Это как у человека. А если наелся, то есть силы. Так и у коровы. Самая большая гарантия объема молока и качества – качественный корм. Выглядит так, как будто их заставляют, но на самом деле коровы наслаждаются этим моментом больше всего. Уход за копытами – это удаление лишнего рогового вещества. Чтобы оба копыта несли равномерную опору и было удобно ходить. Каждой корове нужно ремонтировать копыта минимум 2 раза в год. В противном случае она будет прихрамывать. И объем молока может снизиться. Копытные ногти коровы – это как ногти человека. Это роговой слой. У человека ногти каждый месяц вырастают примерно на 3 миллиметра, а у коровы ногти растут каждый месяц на 5 миллиметров. Можно сказать, что мы мастера по уходу за копытами и мастера маникюра для коров. Все усилия для того, чтобы создать комфорт корове. Далее сытные и довольные коровы начинают свою работу.
Это роторная доильная машина с диаметром более 20 метров и есть рабочая платформа молочной коровы. Операторы ведут работу на вращающейся круглой доильной машине. Машина работает от гидравлического насоса. Огромный ротор может вмещать одновременно 80 коров. На вымя ставят чаши, и молоко через чашу поступает по трубам. Имитируется сосание молока теленком. Через трубы молоко переходит в теплообменник, охлаждается и поступает на склад. Когда молоко откачано, идет сигнал и происходит замена чаши. Чтобы пройти круг, доильной машине нужно примерно 10 минут. За один час доильная машина может выдоить почти 500 коров. Дневной объем производства со всего пастбища превышает 600 тонн. Это дневной объем молока для 20 миллионов населения Пекина. Эта цифра молниеносно меняется. По подсчетам, при росте дохода жителей на 1% потребление молочных продуктов увеличивается на 0,8%. За цифрами стоят изменения структуры питания китайцев. Сегодня молоко, как и яйца, мясо и овощи, стало базовым продуктом питания китайцев.